Если во время молитвы появятся какие-либо наущения, узаконено ли ему повернуть голову в левую сторону и... Наущение приходит от шайтана, как об этом сообщается в хадисе от Абу Хурейры. То, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Когда провозглашается призыв, шайтан убегает. Когда прекращается призыв, он возвращается, чтобы сеять наущение в сердце человека. Он наущает его, говоря, вспомни то, вспомни это. Доходит до того, что человек сбивается со счета совершенного намаза. Это наущение от шайтана, как сказал Всевышний, поистине тайная беседа от шайтана. Также Всевышний сказал, «А если тебя коснется наваждение от дьявола, то прибегай к защите Аллаха». Для мусульманина узаконено сказать «Ауду билляхи минаш шайтанир раджим» три раза и поплевать на левую сторону. Поворачивание в данном случае является дозволенным. Основой в поворачивании головы является нежелательность. Однако данный случай является исключением по причине довода, указывающего на дозволенность. Молящийся поворачивает голову налево и поплевывает, сказав «Аузу билляхи минаш шайтанир раджим» три раза. Сначала истиада, а потом поворачивает голову. Сначала поворачивает голову, произносит истиаду и поплевывает.